Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои золотые. Давайте сейчас на рунах и на картах Таро узнаем ответ на вопрос. Исполнится ли твое желание в этом месяце? Есть тебе что пожелать? Есть желание? Вспоминай пока его. Давай, я пока сейчас помешаю руны. То есть мы вытащим руны отсюда. И потом узнаем, как прошлое влияет на это твое желание. Что для тебя опора? И куда приведет твое действие, если ты воспользуешься советом рун? Да? Посмотрим? Так, ну давайте. Так, сейчас вытащим руны. Две руны вышло. Смотри, какие прекрасные руны тебе вышли. Руна Инкус, руна подарка, вышла для тебя. Она говорит о том, что у тебя желание исполнится, что у тебя в данный момент идет благоприятный период жизни. Она может также говорить о том, что у тебя может прийти новая любовь, новая работа, и вообще все у тебя прекрасно, замечательно. Одал. Руна спокойствия. Говорит о том, что у тебя все будет процветать по жизни. То есть твое желание напрямую связано с тем, чтобы в твоей жизни все получилось хорошо. Я вот даже не знаю, надо ли нам дальше Таро раскладывать. Или этого, в принципе, уже достаточно. А как считаешь? Так, ну давай посмотрим, что в прошлом повлияло на эту ситуацию. Что у тебя сейчас есть возможность исполнения твоего желания. А было-то не совсем хорошо, кстати, у тебя. Давай посмотрим. То есть ты столкнулся с большими трудностями или столкнулась с большими трудностями. Давай посмотрим, а что для тебя опорой-то является в этом. Ой, какой ты лапочка. Это молодец. Смотри, у тебя есть, то есть ты умничка, ты идешь вперед, ты не боишься новшества, ты не боишься показаться в глазах людей чудаком, дураком, как тут написано, да? Ты борешься за свои интересы, и ты настырно идешь вперед. Вот что повлияло. То есть, в принципе, вот эта карта вместе с этим, то есть трудности, через которые ты прошла. Так, и куда приведет это все? Так, что ты огородишься, скорее всего, от тех людей, ну, огородиться, тут имеется в виду, знаешь, поставить забор, да, препятствия, но ты огородишься от тех людей, которые тебе мешали. Вот тогда. И правильно сделаешь. Я тебя очень даже поддерживаю в этом. Ну а что, на сегодня, в принципе, все. Жду твоих лайков, комментариев. Для тех, кто не в курсе, да, если ты желаешь, чтобы это сбылось в твоей жизни, напиши, пожалуйста, комментарий, что принимаешь. Потому что Вселенная слушает твой ответ. Твой комментарий, твой лайк – это как оплата за мой труд, получается, да? Поэтому, так как любой труд должен быть вознагражден, я жду от тебя лайка, я жду от тебя комментария. Ну и приходи ко мне на следующую встречу. Все, пока-пока!